6 февраля – день рождения Курганской области. В 2017 году отмечается 74-я годовщина со дня образования региона. В этот день, в 1943 году, был подписан указ Президиума Верховного Совета СССР об образовании Курганской области. В ее состав вошли 32 сельскохозяйственных района восточной части Челябинской и 4 района Омской области. По мнению историков, образование Курганской области – это признание значимости края, его вклада в общее дело. Как отмечает в своем поздравлении губернатор, Зауралье – регион с большим потенциалом. Только за январь-ноябрь прошлого года индекс промышленного производства составил 101,7% к аналогичному периоду 2015 года. По общему объему производства зерна Курганская область вошла в двадцатку регионов России. В расчете на душу населения это первое место в Уральском федеральном округе и 8-е место в Российской Федерации. План по вводу жилья в Зауралье по итогам 2016 года выполнен на 118%. Построено более 295 тысяч квадратных метров жилой площади. Ежегодно на территории региона открываются новые производства. В прошлом году начал работу индустриальный парк, для резидентов которого обеспечена поставка тепловой и электрической энергии по льготным тарифам. На акционерном обществе «Курганприбор» заработало станкостроительное производство. Открыто предприятие по выпуску профильных труб, профнастила и металлочерепицы «Уралпрофиль». Запущен новый завод по производству готовых лекарственных форм в Кургане «Велфарм». УАО «Синтез» ввело в эксплуатацию собственный энергоблок. В сельском хозяйстве введена вторая очередь свиноводческого комплекса в крестьянском фермерском хозяйстве Ильтикова в селе Чистоозерье на 12 тысяч голов свиней в год. Новая молочно-товарная ферма в Долматовском районе. Первая очередь семеноводческого комплекса «Агрокомплекс Курган-Семена» в Китовском районе и другие предприятия. Если говорить о социальной сфере, то за последние 3 года в Зауралье построено 9 новых детских садов, отремонтировано 21 дошкольное учреждение, более 20 школ, более 80 спортзалов и спортсооружений. В честь 74-й годовщины образования Курганской области в правительстве пройдет торжественное мероприятие. В нем примут участие почетные граждане региона, выдающиеся общественные деятели, представители федеральных и региональных органов власти, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, организаций и учреждений, делегации из районов Курганской области. Те, кто внес особый вклад в социально-экономическое развитие региона, будут отмечены медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени, благодарностью президента Российской Федерации, званием почетный гражданин Курганской области, а также другими наградами, сообщает пресс-служба главы региона.